почти упомню видом, что соответствовало его величию, чтобы, да, соответствовало его величию. Если мы слону поставим памятник как муравью, то где-то как? Это мыслимо, немыслимо. Так мы тоже этого хотим. Это не наш человек, не наша фамилия. Это человек всей России. Осетии, России. И все должны беспокоиться за то, чтобы он выглядел, как говорят, товарный вид, чтобы у него был товарный. Я говорю это грубо, как на базаре, вот кому-то что-то, товарный вид какой-то продукции. Но это же не продукция, это человек. Это человек не человек, а человечище, или как его назвать, Бог его знает. Каждое его слово – это целая наука, его надо расшифровывать простому человеку несколько часов. И вот этому человеку посмотрите вы сами на него. Вот как-то что-то, ну, чтобы он чуть-чуть покрупнее хотя бы, чтобы он был. Не все же его видели такими, не все его знают, молодежь особенно. Нам-то Бог с ним, мы завтра, послезавтра и нас не будет. А вам, молодежи, и смотреть, вы же его будете представлять таким. Его надо представлять, вот около Остинского театра ему поставили памятник. Любо смотреть на этот памятник. Видно, что этот человек, рыцарь, ну, колоритный. А здесь вы согласны со мной или не согласны? Вот это наше, это не только мое мнение, а мнение вот любого прохожего, любого остановите и спросите. И не фишишь, даже к Фитогуровым никакого отношения он не будет иметь, но куста имеют все отношения, все буквально, и он имеет, и к нему имеет все отношения. И вот это национальное реликвии или Бог его знает, достояние. И надо ее чуть-чуть, я не говорю, чтобы он это самое, ну посмотрите сами. Изможженный, болезненный. А есть скульптор, который, вот, допустим, фамилия Фитогуровых, может, уже наметил скульптора, к которому хотелось бы обратиться, чтобы именно его работа вот стояла? Да не, мы этой целью не задавались, мы думали, поставили, и хотя бы когда ставили или когда сделали ее в Черне, вот мы кого-то спросили из фамилии, как вам нравится. Чуть-чуть хотя бы покрупнее, убрать его куда-то, вот решили же в одно время убрать ее куда-то и поставить ее во дворе музея. Снять ее туда, вот переставить, мы вот собрались вот на такой, ну, сходили мы в музей туда, смотрели, и там есть место ее по полностью подняли и поставили. То есть такое решение у вас осталось? Да, такое решение у нас осталось. А здесь не хотите другую скульптуру? На этом месте? Это же не наше, это желание должно быть народу. Хочет ли народ своего кумира видеть здесь? Если хочет, надо поставить. Вы бы хотели, ну, вас? Ну, почему нет? Какой дурак скажет мне? Ну, вот сам факт наличия вот здесь памятника, да, он вас не смущает? Ну, здесь, конечно, здесь проходимость большая, люди видят, смотрят на него, да, все неплохо. Нигде не будет сюда коробка. В общем, вас размер не устраивает. Нас вид его не устраивает. Вид. Вы же не ходите, как попало, одеваетесь же на свидание, или куда, или на работу. Каждый же день должен иметь какой-то, хотя бы трехрублевый.